Ребятки, всем привет, с вами Александр, мы в моем родном аккаунте, как вы видите, еды всего лишь 2 миллиона 900, потому что я всю еду потратил на Индораптора, и еда у меня не волшебная, ниоткуда не появляется, так что еще долго ждать, пока я снова накоплю еду. Но, тем не менее, мы можем посажаться Индораптором с новым боссом Фениксом 44, и, как вы писали в комментариях, он больше всего похож на... нет, не на птеродактиля. Немножко, кстати, есть смесь птеродоустра, вот это его такая морда полосатая, но он больше всего похож на птеродактиля, потому что у него такая вот загнутая морда. Так, давайте Индораптора мы выкупим, конечно же, для этих целей. Куда же без него? Он у нас будет идти... так, первым... Вторым пойдет у нас. Пойдет первым... Вторым... Не, давайте не так. Все, чтобы Индораптор как можно дольше прожил, он пойдет первым, и завершать будет Сигнозух. И давайте глянем еще на Птеродактиля. Вот Птеродактиль. Ну вот, но все равно этот босс, короче, у нас ну, реально модернизирован. Он существенно отличается от обычного динозавра. То есть, так же, как и тиранозавр, он существенно отличается от обычного тиранозавра, чего нельзя было сказать про птеродактиля. Птеродактиль такой себе был. Ну, Джаггернаут тоже мне нравился. Так что, ну чё, помчались, ребятки. Индораптор. У нас уже просто везде Индораптор в Jurassic World Evolution, Индораптор в Jurassic World Alive, Индораптор. И здесь тоже Индораптор. Просто нашествие Индорапторов. И в фильме, конечно же, был Индораптор. Ну, погнали. Так. Жаль, что в игре в этой сейчас нету, нельзя нажимать Alt F2, чтобы как бы остановить время и покрутить с других ракурсов. Ну, это все-таки мобильная игрулька. Так, один удар, блин, ну не хватает 61 очко, представляете себе? Ну, ладно, ладно. Так, этого пробили, а на следующем я буду накапливаться. Все, не будем спешить. Ну вот, видите, такой пятнистый, точнее, полосатый клюв. Вот чем-то мне Индорапт... Птеродоустра напоминает, у него такой зубы ковшом таким как-то. Вот эти мне волны напоминают. Так, он ставит защиту. Давайте будем сейчас внимательно считать. Не будем спешить. У него 5 баллов. Вот гаденыш на все 5 проатаковал. Ну и думаю, нам стоит ответить ему. У него по нулям. Значит, можно атаковать. Так, ну наша задача Индораптором желательно пробить еще двоих. Было бы хорошо. В гостевом аккаунте я, по-моему, так и сделал. Я до 5 уровня дошел, но там был, наверное, пахигалозавр первый. Давайте посидим в защите, что ли. На контратаке его поймаем. Ну, конечно, не хотелось бы пропустить 4 на контратаке, это было бы печально. Но буду сидеть в глухой защите. Блин, 5. 2 балла приберег. Но зато мы получили минимум урона. Это радует. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Мы за 3 удара его пробиваем. Это круто. Неплохо. Так, ну еще одного бы пробить, и было бы хорошо. Ну, здесь у него уже будет 42 тысячи, но... На 8 ударов мы легко его могли бы пробить. Но доживем ли мы до этого? Накопить 8 баллов это не просто. Так, он проатаковал на 3. Рискнем. Один балл защиты, надо было его атаковать, блин. Надо было сейчас атаковать.
Ладно, атакуем. А то потом может не предоставиться такая возможность. Но на один удар меньше, чем могли бы, но... Но это супер удар! Супер прыжок, кстати. Также и в Jurassic World Evolution убивает Индораптор. Он прыгает на спину противника. Хватает его за шею. Такой какой-то бросок через шею получается. Атака на 2 из 5. Так, будет неприкольно, если он сейчас прямо меня сходу и пробьет. Да, 3 удара и хана. А, нет, 1. Хух. 1. Ну ладно, либо на Сигнозуха все перенесем. Сигнозух его может пробить на 85 тысяч. 6 атакует на 5. И сейчас попробуем. Может, мы и пробьем его Сигнозухом, ребята. Ну, это цель максимум. Хватит ли нам 7 ударов? Да! Yes! Ну, я выполнил то, что хотел. В принципе, следующего мы бы не пробили никак. Но с первой попытки... Так, ну вроде такого случая, знаете, наверное, стоит нам 470 тысяч. Но тут мы его уже не пробьем. Просто так. Это 2 удара по 8 сигнозухом, это будет там тысяч по 100. То есть это нужно дофига. Ну, смотрите, я набрал больше, по-моему. В том аккаунте я набрал 190 тысяч, а у себя набрал 220. Неплохой результат. Кстати, этот бой также идет нам вот сюда в очечки. Идет сюда нам в очечки. Так. Фу, ну, закончено. А я уже получил статуэтку, да? Подождите, я в этом аккаунте статуэтку не получил? Турнир закончен? Но я бой только что сделал. Но по времени же он вроде как не закончился. А походу мне статуэтку тут не дали. Потому что в гостевом аккаунте мне дали статуэтку, а здесь я вот только провел первый бой, когда уже было закончено. Это хорошо, конечно, что разработчики дали возможность, когда даже выполнили условия турнира, посражаться. Но, блин, печалька. Вот я из-за того, что вот, ну, хочу делать все дело на видео, очень много я пропускаю. Вот в Легендах Дракономании, когда ты пытаешься время, ну, дотянуть до той возможности, когда у тебя появится возможность это все снять, чтобы выложить на YouTube, ты, ну, как бы часто вот что-то теряешь. То ли очки теряешь, то ли время. Вот сейчас я, походу, профукал статуэтку у себя в парке. Печально. Это печально, ребята. Печалечка. Потому что статуэтку мне неоткуда взять. И не пополнится она теперь здесь. Так, а вот есть статуэтка вулкана, а вот статуэтка Джаггернаута нам еще не давали. Ну, ждем, наверное, турнира Джаггернаута. Потому что вроде как не давали, я не пропускал статуэтку Джаггернаута. Он намного круче, он намного веселее, ребята. Так, ну, на этом, наверное, все. Сейчас мы идем смотреть на Индораптора. Вспомним, какой он был. А тут давно не видели, скучали за ним. Так, вот это его одно нажатие, он так вот типа лащится. А, слышите звук такой чик-чик-чик-чик, как будто бы змея какая-то гремит. Ну, если поклацать, он будет лапой бить. И рычать. Вот, и, кстати, убрали вот эту кнопку, которая убирала вот эту фигню. Это плохо. Я думал, это только в водном парке ее нет, а оказывается, ее здесь нет везде. О, рычаг есть, кстати. Я никогда не смотрел с этого ракурса на Индораптора. 4 там метра, 4,2 метра длины и 1 тонна веса. Не, ну в такой раскраске он мне нравится больше. Он как-то поярче, что ли. Там совсем как-то тускло получается. Есть здесь такие какие-то бордовые вкрапления. Забавный раптор. На этом я, ребята, с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.